Хейшки, ребятки, с вами Лекс, продолжаем играть с Лизерио, и в данный момент мы имеем тот же самый скин, именно Перепаевский, и будем стараться тащить, как и всегда. Ну, такие вот дела. Ребята, не забываем, если вы репостите запись ВКонтакте, то вы имеете возможность попасть в начало видео. Миллион раз уже об этом говорил, но в любом случае, ребят, если вы не репостите, то вы не попадаете, как бы, вы должны это понимать. То у вас нет возможности. Если репостите, то возможность появляется. Но, ребят, опять-таки говорю, то есть многие жалуются, что вот, Лекс, я уже миллион записей перерепостил и в итоге никуда не попал. Что за фигня? Ребят, не я решаю. Решает рандом. Сайт рандом промо. Это не реклама ни в коем случае, но в любом случае. Ни в коем случае, в любом случае, ладно. За тавтологию извиняюсь. Я именно через этот сайт выявляю, так скажем, победителей. Победители, которые попадают ко мне в видосики. Для того, чтобы точно попасть, вам нужно быть подписаны на мой паблик ВКонтакте и сделать репост записи после Зерио. А сегодня это три счастливчика. Это Алексей Лещенко, Саша Борисова и Артем Кирьянов. Спасибо вам за все. Спасибо, что вы вот так вот все делаете. Я вас обожаю. Артем Кирьянов, я тебя заблокировал в группе на неделю. Я надеюсь, ты не обижаешься. Но не ругайтесь. Не ругайтесь. Ты там обиделся на то, что тебя убили в Слизерио. Ну, что тут обижаться? Что тут обижаться, а? И накричал на бедную Настю. Бедную Настю. Которая и сказала то, что она не специально тебя убила. Она не хотела этого. Ну да ладно. Ну, в любом случае, ребят, спасибо, то, что вы репостите. Артем Кирьянов, я надеюсь, ты не обиделся. За такой вот жест с моей стороны. Но в следующий раз зато не будешь ни на кого кричать и будешь сдержаннее себя вести. Ладно, продолжаем. Тащим, тащим. Нужно затащить. Фу, хорошо. Нифига себе, там эссенций. Вот это просто... говнюк какой. Повезло, посмотрите. Посмотрите на него. Просто повезло этому чуваку. Я слишком маленький, ребят. Я, к сожалению, слишком маленький. О! О-о-о! Да нафиг мне тот чувак вообще нужен. У меня тут побольше эссенции будет. Там еще эссенции я не взял. Отлично, смотрите. Смотрите на это. 5000 очков почти. 5000 очков. Так. У-у-у, еще очки. Просто жесть! Офигеть, я еще маленького этого убил. Это вообще реальность? Такое возможно? Чтоб я столько убивал, столько червей. Блин, я здесь не вылезу уже никак. Точнее, не смогу взять вот этих говнюков в плен. Я ведь хотел. Так, Чин, осторожней, Чин. Помню, ты меня погубила. Ну, возможно, это было случайно, но в любом случае. Было немножко печально и обидно. Так, ну что? Фух, развернулся. 9000 очков на барабане. Надо стараться сейчас еще больше набирать. Но пока что я так чувствую, у меня это не получается. Хотя, смотрите-ка, неплохо, неплохо. Пошел нафиг, засранец маленький. Ничего себе, какой дерзкий, вообще офигел. Офигел, вообще жесть. Чуть не убил меня. Ну, было близко вообще, очень близко к моей смерти. Но я все-таки выдержал, я все-таки затащил. Вот такие дела. Где большие черви? Покажите мне их, чтобы я с ними сразился. Как на гладиаторской арене. Так. Отлично. Вот здесь пробираемся. Сейчас будем хватать вот этого парня за рога. Если у него они есть. Чин Сайберия, приветик. Еще раз тебе. Ну что ты не убила-то его? У тебя было просто миллиард. Миллиард было возможностей. Понимаешь, Чин? Ты это понимаешь? Блин, ну Чин! Ну Чин! Как ты умерла? Как ты умудрилась сделать это? Блин, ну было бы офигенно, если бы мы с тобой взяли, скооперировались и убили бы этого чувака. Но я так понимаю, либо у тебя лагает, либо у тебя что-то происходит. То, что не дает тебе просто-напросто спокойно затащить. Ну что, продолжаем. Блин, ребят, у меня вылетает иногда с этого сервера. То есть меня перекидывают на другой. И приходится ждать, пока, блин, опять-таки... Все, я зайду на этот сервер. Ну ладно, продолжаем, идем в центр сразу. Ганжа все еще живой, 89 тысяч, засранец огромный, просто невероятно, невероятно. Ладно, продолжаем.
Я так его не смог убить, ребят. Это, если вы не поняли, тот самый парень, которым я сражался в видео так 2 или 3 назад, он все еще на первом месте, вы представляете? Вы просто представить себе такое можете? Так, осторожно. Тихо. Осторожно. 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 И... Нет, ну это нереально. Нереально как-то его обмануть и убить. Да блин, да что ж ты будешь делать? Не слушайте червяк, ребят, что-то сервер стал подлагивать. Я, скорее всего, знаю почему, потому что слишком много народу. Потому что 530... Я не знаю, как так-то! 520 человек, ребят, играют. Я сейчас вообще отвел мышку куда надо, и все равно ничего не произошло. И вообще, видимо, я зайти не могу только потому что... Не только потому что, а скорее всего не могу зайти из-за того, что слишком много людей как раз-таки играют. То есть порой меня выкидывает с этого сервера, если не поняли, если я умираю. Вот как сейчас. Вот как сейчас, ребят. Да, ребят, да. Иногда происходят вот такие вот траблы, вот такие вот проблемы, к сожалению. Да, без них никак, ребят, не поиграть. Всегда что-нибудь-то плохое случается. Вот вы многие пишете, что у вас лаги. Кто-то пишет, что вообще поиграть со мной не может. Кто-то пишет, вообще не понимает, что за фигня с этими серверами. Куда их пихать, куда их вставлять, что за фигня. А вот у меня вот такие вот траблы иногда случаются. Я в основном как бы стараюсь, ребят, либо их не записывать, либо... вообще видео вот с такой вот траблой не выходит. Но если... Я думаю, что многие замечали. То есть, бывают видео, где тупо очень сильно лагает, но я все равно его выпущу. Тупо очень сильно на том сервере, на котором я играл, лагало, и я выпускаю это видео все равно. Даже такое бывает. Фух. Вот почему я сейчас умер, я не понимаю, ребят. Потому что я видел, как я прошел прямо... перед ним. А потом все равно оказалось, что он как-то быстрее это сделал. Ох, обожаю Слизерио, обожаю. 534 человека на сервере, слишком много, ребят. Это чересчур много, из-за этого мы сейчас будем страдать. Из-за этого мы будем страдать настолько, что... Что ж плакать захочется, ребят. Что ж плакать захочется. Блин. Ну блин, там эссенции, я хочу эссенции, дай мне немножко. Спасибо. Вот этот друг, вот этот брат. Просто взял и помог. Я лишь попросил, он сразу сделал. Так, ну неплохо получилось. Ой. Сейчас вообще хорошо получилось. Ну все. Теперь-то заживем, ребят. Теперь заживем 1000 очков у меня в кармане. Давайте, валим отсюда, тратим очки на ускорение. Все очки сейчас потратим, наверное, пока до центра дойдем. Но в центре самое, ребят, вкусное мясо, самые вкусные эссенции. Самый сладкий, весь сок именно там. Видите, здесь даже эссенции мне кто-то оставил специально. Так что здесь нужно воевать, здесь нужно искать цели, либо искать возможности урвать немножко кусочек какой-нибудь. У-у-у! Эссенций! Да, именно об этом я и говорил. Ай! Офигеть, ни я, ни он не умер. Офигеть! Это просто аллилуйя какая-то. Просто какая-то аллилуйя, ребят. Не, ну вы этот момент видели. Нет, ну вы видели это, нет? Вы это заметили. Кто это такой сейчас у нас? Спайкер или спикер. Привет, рад тебя видеть. Спасибо, что здесь. Спасибо, что играешь. Очень рад тебя видеть на этом сервере. Рад тебя видеть, Слизерио, дружище. Вот как бы вот убить вот этого засранца? Это интересно бы мне было узнать. Так, возьмем вкусняшку здесь. Смотрите, кого не хочет меня убивать. Ну ладно. Блин, вот спикер, давай. Тащи его. Блин, спикер, ну что ты? Ну молодец, в любом случае ты постарался. Я рад, что ты здесь вот так вот хорошо сыграл. Мы с тобой вдвоем его зажали, и у него просто не было шансов сейчас куда-то уходить. И в итоге, видите, мы... Ну, жалко, что спикер погиб, но в любом случае эссенции все равно не ушли даром куда-то, в левые руки не ушли. А именно достались хотя бы мне. Так бы, конечно, я бы постарался, спикер, я тебя не хотел убивать, честно. То есть мне нафиг не нужно вот убивать своих. Я думаю, ты уже это заметил, ты это уже знаешь, если смотришь меня давно. Нет, ну вы это видели. Просто на ровном месте, ребят, на... Офигеть! На ровном месте! Я и умер на ровном месте! Да что ж такое? Блин, да как так-то? Я мог же развернуться, если бы не ускорение свое выключил, сраное. Блин,
Я просто думал, он пойдет по правой стороне, а я возьму с левой стороны эссенции. А он тоже так же, видимо, решил. То, что он возьмет с левой стороны, а я возьму с правой. Блин, да что ж такое? Почему такая невезуха? Просто почему? Ладно, ребят, в принципе, все. На этом можно закончить. Я что-то подустал, если честно. Спасибо за просмотр, спасибо всем за то, что со мной играете. Спасибо, что делаете репосты в группе ВКонтакте. Спасибо, что подписываетесь на меня, на мой канал, на паблик ВКонтакте. Спасибо, что комментируете видео. Вот, комментарии, ребята, я, кстати, все ваши читаю. Если что-то негативное, я, разумеется, это блокирую. Если что-то позитивное, я, разумеется, на это отвечаю. Если что-то интересное, тоже на это отвечаю. В общем, так что пишите, что вы хотите написать. Я, в принципе, если мне понравится какой-то комментарий, я либо его лайкну, либо отвечу на него. То есть мне... несложно, я потому что читаю их все. И неоднократно уже многие люди, которые писали в комментариях, говорили, вот, нифига себе, Лекс отвечает на комментарии. Да, есть такие еще ютуберы, которые их читают. Ладно, ребят, на этом все, спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайк, не забываем подписываться на канал, подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка есть в описании в шапке канала. И с... просто... да нечего уже, ребят, говорить. Вы просто суперские, я вас обожаю, ребят. Всем спасибо, всем доброе.